Ну, я жаворонок в первую очередь, и все мои, например, активные часы, они приходятся на раннее утро. Это вот мои любимые часы, я не знаю, с 7 до, ну, до 11 это максимум. А дальше начинается такой спад, и в то время, когда нужно играть концерт, то есть это стандартно 9, а иногда даже в клубах и 10, то это мучительно, потому что мне уже пора в кровать в это время, что же хочется спать, жизненный цикл уже на один день завершен, поэтому моя профессия для меня это довольно мучительное занятие, если это концерт. Поэтому, когда случаются концерты филармонического образца, начинаются в 7 часов вечера строго, для меня это большая радость всегда. Потому что это, по крайней мере, не глубокая ночь, а 10 часов вечера для меня уже глубокая ночь. Потому что на утро я встану в 7 утра, и что? У меня все песни абсолютно, которые написаны, все тексты, они все где-то 7-8 утра. То есть эти ночные бдения, характерные для богемной аудитории, это вообще не про меня. Может, мне надо переквалифицироваться в артисты детских утренников? Может, в этом моя задача на самом деле? Тем более, что музыка наша становится все более и более похожа на детские какие-то песни, песни из детских мультфильмов или из детских приключенческих, романтических кинокартин. Пара песен, которые играют